Всех приветствую, меня зовут Артем, я ученик 11 класса, учусь в технической группе, на экзамене сдаю физику, математику и русский. Каких-то особых предпочтений в профессиях у меня нет, буду отталкиваться от результатов сданных экзаменов, куда подавать документы. Учусь на тройке и четверке, бывают пятерки по физкультуре и по ОБЖ. Также да, занимаюсь спортом, вот, боксом. Часто получал по лицу, и из-за этого тяжело формулировать что-то. Тяжело смотреть в будущее, потому что оно будет неизвестно когда, неизвестно каким. Давайте расскажу вам анекдот такой интересный. Едут два панка на машине. Не в адекватном состоянии. Один за рулем, второй на соседнем пассажирском сиденье. Они разогнались, сбивают бабку. Панк говорит: куда ты едешь? Ты тормози, тормози. Ты человека сбил. Тот говорит: нет, все под контролем. Потом едет дальше, 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 сбивает еще одного человека. Вот. Тот говорит: ты человека сбил, ты смотришь, куда едешь. Потом третьего человека сбили, и тот говорит: что ты на меня орешь, ты же за рулем.